No smoking. Александр Дольский, поэт и композитор, дал вчера концерт в Выборгском дворце культуры. Александр Дольский. Мы покупали его пластинки, мы напевали его песни, «Алёнушка», «Месяц под номером 8». Да, было время. Нынче время другое, более динамичное, менее чуткое к голосам поэтов, но петербургский бард с ним ладит. Во-первых, написал смешную политическую книгу, а во-вторых, готовит к выпуску новый компакт-диск исключительно инструментальных вещей. На концертах я иногда играл и пьесы инструментальные, и чаще всего я делал проигрыши довольно сложные, вступления, длинные интродукции. Вот. А сейчас мне просто захотелось в этом плане тоже работать. Пока инструментальные композиции Дольского известны лишь ему самому и звукооператору, но специально для зрителей No Smoking маленький фрагмент будущего альбома. Ну, отсюда можно перейти вообще в любой мой блюз.